фотография на паспорт или образ роковой красавицы. Модная, стильная, умная и эмоциональная. Такой хочется видеть победительницу конкурса «Мисс Курган.ру». Всю ночь мне снились кошмары. Мерещили женщины-кошки, гигантские куклы Барби, адские зайчики и девушки в кокошниках. Как говорится, сон в руку. Будущим королевам красоты требуется перевоплотиться. Надеть образ интересный и интригующий, предстать перед объективами фотокамер и не растеряться. Вот задача, которая стоит перед девушками в следующем испытании. Многие ошибки делают, они пытаются что-то с руками сделать, да, они пытаются руки к лицу подтянуть, еще что-то. Про эмоции все забывают. Вот про это можно говорить часами, что девочки, не надо с руками рвать, вы нам эмоцию покажите, да. Можно встать столбом, но такую эмоцию показать, что все упадут. Вот здесь, к сожалению, все пытаются. К сожалению, везде только статика, никакой динамики, то есть, правильно, образ сам по себе очень интересный, понятно, что это русская какая-то красавица, да, что-то там. Но можно было поработать гораздо, самой ей можно было гораздо себе интереснее поработать. Здесь вообще обширное поле деятельности. Ну, я хочу своим образом показать то, что русская культура, она еще жива, и то, что даже современная девушка вот в таком вот образе может выглядеть очень красиво, разве я этому не пример? Впрочем, сейчас в моде не только красота, но и мозги. Согласитесь, приятнее общаться с красивым и умным человеком. Ангела она не смогла показать на самом деле. То есть задумка была ангел. Далеко не ангельское выражение лица, да? Да, она очень чем-то сильно другим заморочилась, но вот не смогла вот эти глаза показать, да, ангельские. То есть, опять же, руки, поза. Вот, к сожалению, все девочки вот опять же делают руки, поза, где лицо? Эмоции наши все. То есть мы-то читаем не ее руки, мы читаем ее глаза. Конечно, в первую очередь. Конечно. Так это самый, наверное, первый закон. То есть донесла она тот образ, который она создала, либо... А здесь, ну, потому что ты одела, сними крылышки, и никто не поймет, что ты ангел, согласитесь. Да-да-да. То есть сними крылышки, оставь венок, и ты уже просто девочка какая-то поливала, да. Там еще что-то. Очень жаль. Не справилась. Очень жаль. Хотя образ, конечно, ангела, можно было сделать фантастическую просто фотосессию. Но дефиле, естественно, что у нее отлично... Вы вместе придумывали этот образ или изначально все-таки вы по отдельности готовились и только сейчас вы это придумали? Перед самым началом мы случайно узнали о том, что у нас противоположные образы, да. И решили сделать фотосессию вместе. А как вы думаете, соответствует ваш образ вашему внутреннему миру? Ну, надо быть разносторонней и пробовать в разных образах себя, что-то открывать новое. Не все же ведь, допустим, быть всегда... Таким невинным, как я. Да. Иногда дерзким, иногда что-то пробовать новое все равно нужно. Дьявол или чертика хотел показать. Вот никак. Вот как мы не пытались, потому что образ-то интересный, с ним можно такие эмоции, да? Можно даже ничего не делать, просто гримасничать, и ты будешь хороший чертик. Вот как Кикимора, да? То есть вот она не смогла, и все. Вот мы как ее не крутили, не вертели, а девочка интересная. То есть видно, что все в ней хорошо. А где эмоции-то? Где, да, вот эмоции где, никак. Где эмоции? Где? Ты ж дьяволица. Ты ж тут все рвать, метать должна. А мне нравится. Я считаю, что у меня нет конкуренток, потому что я лучшая, я оригинальная, я веселая, я красивая. Я достойна победы. Вырвать победу в честном спортивном состязании такой самоуверенной барышни – задача сложная, но вполне выполнимая. Особенно, если прислушиваться к командам фотографа и не пасовать перед объективом фотокамеры. Вот это звезда. Сразу скажу, то есть мы от нее столько драйва получили. Девочка очень по лицу разносторонняя, то есть она перевоплощается очень хорошо, в принципе, особенно в творческих образах. Ну и у нее внутри, она ничего, мне кажется, не боится. То есть ее не смущает вообще ни количество людей, никто перед ней, то есть она, в принципе... Пошли эмоции, по крайней мере, на лице какие-то. Да, если ей задачу поставить, она может все что угодно сделать. Вот!
Человек не боится быть некрасивым. Он динамика. И берет другие эмоции. Да. То есть это вот из разряда, когда девочка, говоришь, сделай любое лицо, мы плохие кадры удалим. Она сделала любое лицо, она ничего не боялась. Это самое главное для фотомодели. Как называется твой образ? Мой образ называется свэк. Я девушка свэк, то есть я девушка-хулиганка. Это характеризует мою внутреннюю личность. Видимо, внутри у вас живые неподдельные эмоции, что и оценила жюри. А вот дальше наступила тишина. Ну, скучно было с ней. То есть она и на кастинге, в принципе, так довольно-таки скромно, да, он с французским, так скажем, пыталась покорить. Но здесь вообще мы ее никак не хотим. У меня, конечно, очень симпатичное лицо, что говорить. Лицо красивое. Волосы. И сама она такая вот... Очень фотогеничная девочка, то есть... Видите, тишина совсем. Вот не смогла. Совсем тишина. Почему именно образ теннисистки? 6 лет занималась теннисом, давно не играла, решила вспомнить, как это. Остается гадать, проиграла или выиграла Ольга этот сет. Неуверенная подача следующей модели жюри также не порадовала. Это образ. Да, это вот образ. Это образ. Что у нас? Ну, не спросили, что это. Она говорит, вот тигрица. А, ну нет, конечно. Так. Это однозначно нет. В глазах это однозначно нет. Это даже не тигрица, это... Это даже не кролик, хочу я вам сказать. Ну, нет. Это просто банальная фотосессия любой девочки. Нет, да, ни больше, ни меньше, то есть никакого старания, так скажем, чтобы победить. Ну, где же это не было? Посмотрите, тигрица. Зайчик, зайчик, да, зайчик такой, травочку жующий в кустиках. Абсолютно не попадание в образ, ни внешне, ни внутренне, ни визуально, ни костюмом, вообще никаким образом. Образ у меня, ну, или тигрица, или леопарда, да? Вот, что-то типа такого. А думаешь, вот в этом наряде ты похожа на тигрицу? Ну, где основные атрибуты? Может быть, хвост или там еще что-то стоило придумать? Вот этого вот всего быть нету, но, мне кажется, глаза и вот то, что вот тут. Красавице явно не хватило уверенности в себе, а вот ее коллеги самоуверенности хоть отбавляй. Самоуверенная девочка, да, раз уже везде поучаствовала, еще что-то. Ну вот как фотографу было скучно. Давайте подумаем, что это за образ. Как костюм я здесь не вижу вообще ничего. Слава богу, работаю с этим 25 лет. Это, ну, в лучшем случае реклама купальника, либо компании Бельканто, если там чулки. Есть. Согласитесь? Да. Что она хотела сказать нам этим образом? Мне кажется, ничего. Летчик будущего. Летчик будущего. Не вижу я здесь ни летчика, ни будущего, ни вообще ничего. К сожалению, как фотомодель она не сработала. Вообще я дизайнер. Ну, немножко. И сама придумала данный образ. Ну, можно назвать его образ гимнастки. Может, Ксения уже сбитый летчик? И стоит подумать о смене карьеры. Ведь на пятки наступают молодые, пусть и неопытные. Девочка, видно, что немножко зависает при общении, то есть с ней немножко тяжело общаться. Знаете, она так старается. Видно, что старается, вот она так, да. Старается, она первый раз, вот она такая проба пера, вот, она старается, где-то чего-то в силу еще своего маленького возраста, может быть, недопонимает, но на все это смотрит такими, смотрите, какая шкодная. Смотрите, все равно уже как-то уже более играет в глазки, по сравнению даже с кастингом, да, как-то она... Горячка. Видно было, что ей это интересно, видно, что она хочет, она пытается для нас сделать, потому что мы пытались ей там сделать глаза, там еще что-то. Я хотела показать своим образом, ну, свой настрой, ну, то, что я люблю море, я хотела показать, то, что вот морскую тему. Светлана Дудкина на фотосессии показала себя очень уверенно. Лицом, может быть, мне показалось немножко, тоже можно еще поработать. Mm-hmm. Но зато поза, вот тут проблем нет. Чуть-чуть с лицом поработай, и фотограф на самом деле будет молча нажимать кнопку, все остальное она сама сделает. Потому что поза меняет быстро, применяет позы. Ну да, вот это, вот это да, конечно. Это, конечно, да. Возможно, ты госпожа. Да, мне кажется, да, что здесь больше какая-то госпожа, чем хозяйка. В ней уже много что слеплено, то есть...
Почему образ груди? Образ груди, потому что это самое лучшее, что у меня есть. Так, на самом деле, образ не груди, образ такой властной дрессировщицы. Ты сама его придумала? Да это придумала совместно с моей школой танцев, я бы так сказала. Подходящий по моему характеру. Кто получит иммунитет, а кому придется покинуть проект навсегда? Смотрите завтра на телеканале СТС и на сайте Курган.ру.